Сотрудники Одинцовского историко-краеведческого музея начинают экскурсию для гостей с уличной экспозиции, где представлена военная техника. Ее особая гордость – первый советский специализированный боевой вертолет Ми-24. После этого знакомство с другими выставками уже в здании. Музей очень понравился, то есть очень уникальный. И действительно, то есть вложена душа в его организацию, в экспонаты. Это действительно наша история. Некоторые экспонаты еще я даже помню со своего детства. И это вызывает самые теплые чувства о том периоде, о том времени. И музей так и должен делать. Поэтому действительно музей очень полезный, нужный, особенно для молодежи и нашего подрастающего поколения детей. После экскурсии состоялась встреча с руководителями ветеранских организаций округа при участии председателя Координационного совета по делам ветеранов Михаила Солнцева. Говорили о всесторонней поддержке и развитии ветеранского движения. Ветеранские организации как светофор. Они вот выслушают и потом дадут зеленый свет, может быть, иногда красный, когда это не заслуживает внимания, бывают разные люди. Но в основном, конечно, чтобы ветераны получали помощь ежедневно, каждый день. Не это дата к дате, а именно сейчас, особенно участники Великой Отечественной войны. Я глубоко убежден, что наш долг поддерживать, приумножать и развивать это движение, тем более, что это часть нашей истории, часть нашей памяти, и мы должны максимально трепетно к этому относиться и осуществлять максимальную поддержку этому. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».